Новокуйбышевский детский сад «Василек» – одно из крупнейших дошкольных учреждений региона. В нем находится 640 воспитанников и 130 сотрудников. С начала пандемии коронавирусом не переболел ни один ребенок и только двое работников. По мнению заведующей, все дело в строгом соблюдении санитарных мер. Я считаю, что это очень хороший результат. Я благодарна своим коллегам за добросовестное отношение к работе и постоянно им говорю: берегите детей, берегите себя, берегите своих близких. И если мы будем здоровы, все у нас будет хорошо. У Александры Шишкиной в детский сад ходит дочка Люба. Женщина говорит, когда оставляет ребенка в учреждении, душа не болит. Она уверена, здесь делают все, чтобы сохранить здоровье малышей. В детском саду полностью соблюдается весь режим. Мы приходим в масках. Ребенку и родителям меряется на входе температура. Меня все полностью устраивает. Отдаю детей в надежные руки, не беспокоясь о их здоровье. Чтобы сохранить здоровье воспитанников, в дошкольном учреждении строго соблюдают все противоэпидемические меры. На входе у детей и их родителей измеряют температуру. Каждые 2 часа проводят обработку всех горизонтальных поверхностей и всех поверхностей, с которыми контактируют дети и взрослые, с помощью дезинфицирующих средств. Большую помощь в этом, конечно, оказывает нам Роспотребнадзор, как местного уровня, так и федерального. То есть мы получаем нормативные документы, по которым работаем, которые регламентируют нашу работу. В учреждении работают рециркуляторы, которые позволяют проводить обработку воздуха в присутствии детей. В напитки воспитанникам добавляют ударную дозу витаминов, а в супы – лук. И стараются выводить малышей на прогулку практически в любую погоду. Виктория Шарая, События.